Рэйчет, ты в поезде видел меня? Как? Дейзи? Дейзи. Она просыпалась? Да, но потом снова потеряла сознание. Это я виноват. Она слабее, чем я предполагал. О, лежите спокойно. Я вас осмотрю. Так, зрачки расширены. Со мной все хорошо. Что ты там? Типа пульс проверяешь, да? Так, а далеко не так. Вы приняли большую дозу слабительного, да-да-да. И вас разрывает изнутри. Мне нужно закончить рассказ. Нельзя, чтобы Рэтчет снова сбежал. Не беспокойтесь, мадемуазель. Рэтчет никуда не сбежит. Мы должны услышать ее историю. Этой женщине нужен отдых, я вам сообщу. Когда она будет готова продолжить, но предупреждаю. Я понимаю, доктор, спасибо. Я завершил предварительный осмотр тела. Думаю, вас это заинтересует. Разумеется, мне еще нужно опросить других свидетелей. Вы правы, не стоит подвергать бедняжку опасности. Она может закончить свой рассказ после того, как поправится. Прошу, расскажите, что показал осмотр. Так, час. Полицейский детектив. 32. Американка, да? Да. Вуаля. Так, можете назвать примерное время смерти? Трупное окоченение было выраженным, но не полным. Полагаю, смерть наступила между полночью и 2 часами ночи. Это согласуется со свидетельскими показателями, которые мне удалось добыть. Какова причина смерти? Множественные колотые раны. Странно, что нет следов борьбы. Это может означать, что один из перехудоров оказался смертельным. Похоже, месье Рэтчет ночью принимал снотворное. А, это объясняет, почему он не пытался защищаться. Так, мистер Маккуин и мистер Мастермен сказали, что месье Рэтчет не курил. Вы можете это подтвердить? Это можно и только при вскрытии. Что вы можете сказать о ранах? Я насчитал 12. Одна или две незначительные, практически царапины. Однако, как минимум 3 могли послужить причиной смерти. Показательно то, что под каким углом были нанесены ранения. Большинство были так, будто их нанес правша. Но взгляните на этот. Под правой подмышкой. Рана не смертельная, поскольку недостаточно глубокая. Но это не мог сделать правша. Я прежде всего уверен, что удар нанесли левой рукой. Значит, нанес убийца левша? Хотя нет, все сложнее, не так ли? Верно, мистер Пуаро. Не менее очевидное, что некоторые удары были нанесены. Так, несколько убийц тело переместили. Как объяснить большое разнообразие ударов? Вот здесь первый и второй убийца, как выразился бы великий Шекспир. Первый убийца наносит жертве удар и тихо уходит, выключив свет. В темноте появляется второй убийца. Не видит, что делает. Они видят, что дело уже сделано, и наносят удары трупу. Великолепно, вы так считаете? Я рад. Как по мне, эта версия несколько абсурдна. Спасибо, доктор. Мы отлично поработали в этих сложных обстоятельствах. Сообщите, пожалуйста, когда с мадемуазель Лок можно будет поговорить. Конечно. Так, владелец жидкости для электронных сигарет. Как лучше всего выяснить, кто курит электронную сигарету? Спросить пассажиров, нравится ли им вкус банана. Спросить пассажиров, курят ли они. Предложить пассажирам сигарету. Да? Спросить пассажиров, курят ли они.
Тупо. Ну ладно, ну ладно. Так, лучше всего выяснить, что кто курит электронные сигареты. Так, вспомнить разговор о сигаретах или жидкости для электронных сигарет. Попросить Бука вспомнить, кто курил электронную сигарету. Нет. Во, вспомнить, кого видел сигареты. Да, я видел, как курили некоторые пассажиры. Но только вспомни, кто именно. Так, спросить того, кто много курит, знает ли он, кто курит электронную сигарету. Да, полагаю, это человек выдаст мне целый список, кто что курит. Так, это правильный ответ, хорошо. Это то есть нам нужно будет сейчас идти искать курильщика, правильно я понимаю? Так. Так, прошу прощения, не могли бы вы ответить на несколько вопросов? Спасибо, что нашли мой билет, Пуаро, но мне сейчас неудобно разговаривать. Я определенно не ожидал такого сопротивления. Хорошо, давай сюда. Так, как связаны между собой мисс Лок и Рэтчет? Ага, ага, ага. Мисс Лок скрывает... Скрывалась от Рэтчета. Так, фото плюшевой игрушки Дейзи в мусорной корзине Рэтчет. Вот так, да? Потом, мисс Лок, офицер полиции. Ага, было вот так вот и вот так вот. Все. Все правильно. Продолжить расспросы. Так, ага, 6 опрошенных пассажиров. Блин, это сейчас опять вот эти вот диалоги, диалоги. Так, ну, по-моему, с доктором нам больше не надо было разговаривать. Угу, это я у себя. Не, мне сюда не надо. Мне нужно опросить пассажиров. Так, пассажиры в большинстве своем находят бар, да? Они едят, пьют, что-то пишут. Может, эти сведения мне пригодятся для расследования? Так, хорошо. Что мне тут нужно будет делать сейчас? Так, как лучше всего выяснить, кто правша, кто левша? Попросить месье Фошера понаблюдать за пассажирами. Прямо спросить пассажиров, какая рука у них ведущая. Спросить Бука, охранить... Нет, где-нибудь подробная информация. Так, попросить Фошера, да? Понаблюдать. Да, может получится. Похоже, наблюдатель нерегулярно обслуживает пассажиров. Так, как лучше всего выяснить? Так, попросить каждого что-нибудь подержать. Попросить каждого что-нибудь написать. Что-нибудь подержать? Не? Написать? Будем просить кого-то что-то написать. Да, если попросить их написать что-нибудь, они могут машинально это сделать ведущей рукой. Как лучше всего выяснить, кто правша, кто левша. Так, попросить месье Мишель обращать внимание на левшей, да? Ну? Так, вспомню, какой рукой... Пользовались те, за кем мне уже удалось понаблюдать. Как же все сложно у него в голове. Так, бонжур. Мадемуазель, у меня есть к вам несколько вопросов. Конечно, я слушаю. Так, попросить написать адрес. Попросить написать адрес. Не могли бы мне написать свой адрес здесь? Конечно. Какая у нее ведущая рука? Правша. Ага, мадемуазель. Правша.
Курение. Вы не курите, случайно? Нет, и никогда не курила. Так, начнем с того, где вы были прошлой ночью. Тут я немного могу рассказать. Ночью я спала. Вы знали убитого? Вчера за обедом увидел впервые. Что-нибудь в нем привлекло ваше внимание? Если бы я верила в ауру, то сказала, что у него она была темная. Вы помните, в котором часу мадемуазель Ольсен пошла за аспирином к мадам Хаббард? Я помню, что выглянула тогда на часы. Нашла немного позже, чем 10:30. Ее долго не было. Около 5 минут. Это подтверждает слова мадам Хаббард. У вас есть алая ночная рубашка? Нет, она не моя. А чья? Не знаю. Почему вы спрашиваете? Вы не сказали «нет, у меня нет такой вещи», вы сказали «она не моя». То есть вы знаете, кому она принадлежит, я прав? Я... Понятно, нет, я проснулся сегодня около 5 утра. Мне показалось, что поезд уже давно стоит. Я открыла дверь. Я видел какую-то женщину в алом кимоно. Она была спиной ко мне, и я не разглядела, кто это. Ясно. I understand. Спасибо за помощь, мадемуазель. Блин, как же трудно читать заложенным носом. Когда у тебя горлышко немножко першит. Так что, сори. Если у меня голос какой-то не такой, как обычно на видосах. Как я уже говорил, я немножко приболел. Простите, мадемуазель, за беспокойство, но мне нужно задать вам несколько вопросов. Это вы видите расследование? Да. Нам повезло, что вы оказались в этом поезде. Что вы хотите узнать? Так, попросите написать адрес. Вы не могли бы написать свой адрес для меня? С удовольствием. Угу, правша. Так, прошлая ночь. Я слышал, мадемуазель, что вы были последней, кто видел убитого живым. Не знаю, может и так. Я открыла дверь в его купе по ошибке. Мне было очень стыдно, неловко вышло. И вы его видели? Да, он читал книгу. Что вы делали после, мадемуазель? Я зашла к американке, мисс Хаббард. Попросила у нее аспирин, и она дала. Я обычно вожу с собой аспирин для беженцев, но уже дала его в лагерю в Турции. Им нужнее, чем мне. Так, медсестра. 46. Я не помню, кто она. Нет. Во, так. Совсем легко. Дверь в смежное купе. Мисс Хаббард спрашивала вас закрыть дверь между ее купе и месье Рештом? Да. Она была заперта? Да. А после того, как вы делали, после этого я вернулась в свое купе, приняла аспирин и легла. Это было около 10:50 вечера. Угу. Так, соседка по купе. В вашем купе есть кто-нибудь еще? Да, молодая англичанка. Очень вежливая и приятная. Она покидала купе после отбытия со станции? Нет, конечно, не покидала. Как вы можете быть в этом уверены, если вы спали? Я сплю очень четко. Я привыкла просыпаться от любого звука. Я уверена, если бы она спустилась с верхней полки, я бы услышал, да? Так, а вы сами покидали? Нет, не покидала, только утром. У вас есть алое шелковое кимоно, мадемуазель? Нет, у меня удобный трикотажный халат. Вы курите, мадемуазель? Нет, не выношу запах табака. Хорошо, наша беседа была весьма интересна, мадемуазель. Благодарю вас. Если появятся еще вопросы, я буду в своем купе. Удачи, месье Пуаро.
Good luck. Хорошо, хорошо. Противоречие. Лила спать около 10:55. Так, в 5 часов утра. А если так, да? Ну. Ладно. No. Ага. Хорошо. А если так? Да что значит думай? Я думаю. Ну не может быть, типа, вот так вот. No. Я не знаю, я просто тыркаю, я впадло думать. Так. Ну, выпила и заснула, правильно? Нет? Угу. Так, 10:55 вечера, 10:30. Ну смотри, ну по логике должно быть вот так. Почему нет? Что не так? Ладно, хорошо. Должна была услышать, как мисс Дебенхэм выходит из купе в 5 утра. Так тупо. Странно, если мадемуазель Ольсен и правда что-то такое спит. Почему она не сказала о том, что мадемуазель Дебенхэм вставала с постели? Даже заявила, что уверена в обратном. Я думал, что типа что-то надо с этим, как его, со снотворным. Ладно, мисс Хаббард, правша или левша? По-моему, левша, да, она? Не, она правша, правой рукой держит. Бокал держит правой рукой, ну хотя... Хотя, в принципе, если ты хочешь крица обмануть, то ты будешь пользоваться левой рукой, если ты правша, и наоборот. Так, Хаббард не курит. Все правильно. Да, месье курит. Курит, да. Мы спрашивали, он электронку не курит. Этот тоже курит. Так, по-моему, тоже курит. Все, это правильные ответы. Хорошо, все. Идем дальше. Так, бонжур. Ты правой рукой держишь. Ага, а ты двумя, да? Так, лучше наблюдать за ней. Так, ага, правша. Лучше понаблюдать за ними. Так, ведущая рука пассажира в баре. Так, правша. Хотя тот челик слева левой рукой придерживал, возможно, он и левша. Видите, помогает друг другу. Ну ладно. Месье Фушер, можно вас побеспокоить? Разумеется, чем я могу помочь? Вы курите? Пытаюсь сбросить, ну да. Сейчас курю не больше пачки в неделю. Если ищете загадочного курильщика, поговорите с Хатаром. Так, попросить написать адрес. Вы хотите приехать ко мне домой? Как знать. Вдруг понадобится. Правша. Так, мои вопросы, конечно же, связаны с убийством месье Рэтчета. Скажите, где вы были прошлой ночью? Да, я все понимаю. Вчера вечером мы взяли перерыв на станции Винконци, потом пошли в купе для персонала.
что в багажном вагоне там была Фрейя, что-то читала, и я сразу же лег спать. Фрейя сейчас там, на кухне. Они могут подтвердить мою историю. В котором часу это было? В 11:30 вечера или чуть позже? Начался сильный снег. Ясно. Благодарю. Так, спасибо, мистер Фошер. Зайду снова, если появятся еще вопросы. Так, а ну-ка идем, поговорим. Ага. Ага, не сюда. Так, а ну. Ага, попалась. И тоже не здесь. Что ж такое? Так. Сейчас мы с тобой поговорим, только сходим сейчас на кухню. Проверим алиби. Что такое? Омары не свежие. Ага, месье Мори. У вас найдется для меня несколько минут? Хочу задать вам несколько вопросов. А что, похоже, что я в состоянии отвечать на вопросы? У меня перед глазами все плывет, голова вот-вот взорвется. Что-то праздновали прошлой ночью? Праздновали? Когда Фрейя в седах выигрывает? А, что я говорю? Если хотите получить вразумительные ответы, помогите мне прийти в себя. Так, видите магнит на холодильнике? Это мой собственный рецепт. Я называю этот тоником. Утро после. Если сможешь его приготовить, я, возможно, выживу и отвечу на ваши вопросы. Жан хорошо знает рецепт и может помочь в приготовлении. Хорошо, если нужно, я готов. Я сделаю вам тоник. Утро после. Так, шеф-повар 55, наверное. А ну? Да. Все правильно. Поздравляем, вы как обычно правы. Хорошо, давай. Так, сок выжатый из лимона, свежей газированной воды, 6 литров мята, имбирного сока, лимон. Лимон, сок. Так, мята. Ага. Имбирь. Имбирь, лимон. Ну? Так, лимон. Нужен имбирь. Так, подвинься. Вот и минералочка, наверное, да? Да, хорошо. А вот и имбирь. Ну и все. Теперь все должно хватить. В смысле половины? Нет, не половины. Теперь есть все ингредиенты. А куда мне нужно идти? К этому, к бармену, правильно понимаю? Или мы сами сможем это смешать? Блин, вот это заставляет меня шнер-курьером работать, нормально? И вообще, это детектив, а не... Так, а не бармен. Можно вас побеспокоить? Разумеется, чем я могу помочь? Так, мне нужна ваша помощь в приготовлении коктейля. Как там говорят, это музыка для моих ушей. Что желаете? Мохито, джин-тоник или может... Это не для меня, а для месье Мори. А, его тоник утро после. К сожалению, слишком хорошо знаю этот рецепт. Принесите мне ингредиенты. Я тут же этим займусь. Ну? В смысле? Алло, это то есть мне сейчас заново нужно... Прикольно, прикольно. То есть я собрал все ингредиенты, понимаешь? Я поговорил с ним, и мне сейчас все заново это нужно собирать. Ладно, ладно. Может, проще ему коленку прострелить? Быстрее это все начнется. В смысле, у меня нету ингредиентов? Так, ага,
Это мне еще и готовить надо. Ты что? Так, у меня есть все ингредиенты для тоника, месье Мори. Прикольненько. А разработчики заморочились даже, чтобы я лимонный сок, да, сам выдавил. Хорошо. За это по-любому лайкосик. Так что не забывайте. Так. Можно вас побеспокоить? Так, тоник утра, вот. Вот все, что было указано. Окей, я этим займусь. В рецепте было указано целый лимон или половинка лимона? Половинка лимона. Я забыл, любит с имбирем или без? С имбирем. Да, я вас заверяю, что он предпочитает с имбирем. Ну все, хватит вот этого вот пафоса. Давай, выливай. У меня реально нету на это времени. Так. Держите, сэр. Большое спасибо. Прекрасно. Все, пошли. Запихаем в глотку ему сейчас этот коктейль вместе со стаканом. Но здесь труп лежит, а мы играем в бармена. Падла. Ему повезло, что не я детектив. Так, надеюсь, это вам поможет. Большое спасибо. Прошу, подождите, пока оно не подействует. Будет на это потребуется время, но я никуда не уйду из кухни. Раз уж мне придется ждать, вы не знаете, где мадемуазель Нильсен? Она в купе для персонала в багажном вагоне. Если там заперто, ключ есть у Жана. Спасибо, я еще вернусь. Надеюсь, вы скоро придете в норму. Так, а ключ у Жана. Жан — это, по-моему, проводник, да? Если не ошибаюсь. По-моему, Жан — это проводник. Сейчас попробуем. Заперто. Ладно, мы идем к проводнику. Сейчас как раз поговорим с вами с Буком. Или вот это вот Жан. Я уже не помню. Так, ты кто? А, ключ и поручение. Так, месье Мори сказал, что у вас есть ключ от двери в багажном вагоне. Мне нужно его открыть. Да, вот, возьмите, пожалуйста. Не забудьте вернуть. Не забуду его вернуть. У меня к вам просьба. Не могли бы вы зайти к пассажирам, которые сейчас в своих купе, и сказать, что... Что в свете шестой аллергии? Так, разумеется, скажи, что это не техническая неполадка. Да, это возможно. И, видимо, нужно для расследования. Но я все равно не понимаю. Я прошу вас понаблюдать, какая рука ведущая у каждого из пассажиров. Вы хотите узнать, какой рукой они будут писать? Да, именно. Я выполню ваше поручение. Отлично. Отлично, ага, с мистером Буком я поговорить не могу, ладно. Ладно, пошлите тогда с вами в купе для рабочих. It's open now. Так. Что здесь? Угу. Колода карт, подозреваю, что они читали их вместо книг. Так, бутылка из-под рома. Да ты что, тупо пираты, да? А что это за звуки? Что это за звуки такие, когда я бутылку беру? Такое чувство, что это подруга бреется, да, сейчас? Бороду сбривает. Так, а с кем ты тут разговариваешь? О, шизанутая. Здравствуйте, мадемуазель.
Можно задать вам несколько вопросов? У меня нет времени, моя карьера загублена, и не по ее вине. Ужасно, но как же это случилось? Мой склад, багаж, пассажиров в нашей купе. Тут так мало места. Я дала грузчикам в Стамбуле строгие указания, как складывать коробки с продуктами для моих десертов, чтобы каждую коробку можно было выбросить. Эти глупцы не выполнили ваши указания. Полностью их проигнорировали. Мне нужно переместить 4 коробки сюда. Но тут мешают, да? Успокойтесь, мадемуазель. Я все понял. Нужно переместить эти 4 коробки туда, но осторожно. Да. Мне нужно переместить эти 4 коробки сюда. Но места мало, и нужно делать это осторожно. Не касаясь большую коробку, Значит, первая упадет, да? Так. Так, погоди. Погоди. Сделаем вот так, правильно? Надеюсь, я все правильно делаю. Потому что я просто тыркаю. Дай. Не, что-то похоже нет. А, не, все правильно. Да, все правильно. И вуаля, да? Вуаля. Вы мой спаситель. Или скорее, спаситель десертов. Спасибо. Я с радостью отвечу на ваши вопросы. Так, прошлая ночь. Скажите, где вы были прошлой ночью? Вечером после ужина я осталась на кухне до 12:15 ночи, а потом отправилась в наше купе, где были Жан и Хатару. Так, читали в тишине, пока не уснули. Однако месье Мори, похоже, не разделяет всеобщее увлечение литературой. Эти бутылки из-под рома, имеют ли они отношение к его похмелью? Ой, не туда нажал, сори. Так, после ужина я осталась на кухне, потом отправилась в наше купе, где был Жан. Мы легли в свою постель, читали, вот. Я думаю, что прошлой ночью вы не только читали. Почему вы так решили? Я говорил с месье Мори, похоже, у него похмелье. Он даже попросил меня приготовить ему тоник утро после. А он обвелся о том, что Фрей всегда выигрывает. То выигрывает. После осмотра вашего купе, мне стало ясно, что почти всю ночь вы играли и пили. Как вы не понимаете, наша смена заканчивается поздно, но нам же нужно как-то отдыхать. А теперь еще и убийство произошло. Да, признаюсь, мы позволили себе лишнего прошлой ночью. Но, пожалуйста, не юрите месье Буку. Это же против правил. Нас же могут уволить. Мадемуазель, я понимаю, что ваша бестолковая работа стала еще труднее, но, как вы сами сказали, произошло убийство. Мне нужно знать правду. Конечно, мне очень жаль. Ничего преступного они не совершили. Закрою эту тему, побеседую с месье кем-то там. Но вы курите? Нет, никогда не курила. Не могли бы вы написать мне адрес? Так, всех на случай, если мне понадобится связаться с кем-то. Понимаю. Да, точно. Правша. Хорошо. Спасибо за ответы, мисс Нильсон. Да не за что. Так. Слышь, а может по писюля? Рому выпьем и на багаже тут сейчас устроим. С мистером Мусаном. Не хочешь?
Эх, ладно, не хочешь так хочешь. Так, что это? Ага, усища. Ага, мои усища захотела украсть, да? Мало было тебе вчера выигрыша, захотел еще и усища украсть мои. Так, идем поговорим с этим, с шефом. Надеюсь, он пришел в себя. Если не, я ему реально коленка прострелю. Как вы? Лучше, спасибо. Позвольте задавать вам несколько вопросов. Это не займет много времени. Только быстрее, мне нужно кормить пассажиров. Вы много курите? Моя работа весьма тяжелая. Вы случайно не знаете, кто здесь курит электронную сигарету с ароматом банана? Да, знаю. Отвратительный запах. Неужели это лучше, чем хороший табак? У меня нет времени на подробное рассуждение. Кто это человек? Я видел только одного такого курильщика. Капитан Арбентон. Капитан Арбентон, ясно. Так, прошлая ночь. Так, расскажите, где вы были прошлой ночью. Ничего интересного рассказывать. А, ничего интересного рассказать не могу. После смены я был с Жаном и Фрей в нашем купе. Я немного почитал, а потом лег спать пораньше. Почитали? Похоже, вы пришли в себя недостаточно, раз не можете сказать мне правду. Не тратьте силы на ложь, месье Мори. Да, простите, мистер Пуаро, вы правы. Ясно же, что не из-за чтения. У меня так болит голова. Но если вы расскажете месье Буку, я могу лишиться работы. Я сохраню вашу тайну. Но я расследую убийство. Вы должны говорить правду. Спасибо вам. Напишите мне адрес свой, пожалуйста. Адрес? Не понимаю, зачем вам. Кажется, я слышу шаги месье Бука. Адрес? Да, конечно. Он тоже правша. Так, неудивительно, ведь их очень много. Так, от вашего здоровья зависит качество моего питания. Большая часть людей у нас правша. Хорошо. Продолжить расспросы. Вот, ключик держи. Так, вернуть ключ. Вот ваш ключ. Спасибо большое. Рад был помочь. Насчет моей маленькой просьбы. Ага, конечно, я все сделал. Я попросил гостей, которые были в своих купе, заполнить форму об аллергии. Граф и графиня, они все правши. Я также попросил княгиню Драгомирову. Но за нее писала мадам Шмидт. Она тоже правша. Вы превзошли мои ожидания. Отличная работа. Спасибо, месье Фошер. Я зайду снова, если появятся еще вопросы. Так, мистер Бук. Итак, Пуаро, надеюсь, ваше расследование продвигается? Я еще не закончил. Но продвигается, да. У меня еще нет ответов. На многие вопросы. Я буду держать вас в курсе. Держи в курсе. Так, идем дальше. Держи нас в курсе, держи нас в курсе. Мне нужно с тобой разговаривать? Можно вас побеспокоить? Так, погоди, по-моему, что-то пропустил, да? Правда, насчет прошлой ночи. Значит, месье Фошер, вы пытаетесь что-то скрыть от меня? Я знаю о вашей маленькой вечеринке прошлой ночью. Так, вы честно заработаете свой хлеб. Простите, месье Пуаро. Вот так вот. Бойся называть меня по имени. Понял? Меня не обмануть. Так, идем. С тобой мы разговаривали, с тобой мы тоже разговаривали. Блин, смотрю в окно и сразу захотелось на уличку выйти.
взять с собой горячую чашечку кофе и поставить, как говорится, подышать свежим воздухом. Так, это мое купе, да? Угу. Оно нам не нужно пока, месь. Так, идем дальше. 106-й. Капитан Арбентон, я знаю, что вы в этом поезде. Единственный, кто курит электронные сигареты. Мы нашли жидкость для них на месте преступления. Вы поговорите со мной? Или мне сообщить полиции о своей находке? Хорошо, входите, если вам так нужно. В смысле, входите? Дверь открыл мне? Быстро. Быстро, на коленях дверь открывай. Так, сейчас будет очередной, наверное, длинный диалог, да? У меня к вам несколько вопросов. Что ж, я слушаю. Так, попросить написать адрес. Ну, если нужно. Тоже правша. Это ваша жидкость для электронных сигарет? А что за вкус? Банана. Неловкая ситуация. Это мой любимый вкус. Но я понятия не имею, почему она была там. Можете объяснить, как она там оказалась? Не имею представления. Я никогда не был в купе убитого. Пуаро, это правда. Бананы любишь, да? Я смотрю. А в проходчиков не любишь играть этими бананами? Так, молодая англичанка, мадемуазель Дебенхэм, остановилась в отеле. Мы же там встречались, мы пересекались, перекинулись пару слов и все, да? Угу. Так, что-нибудь необычное. Прошлая ночь. Что вы делали прошлой ночью? Около часа 15. Часа 15, кажется, беседовал с тем молодым американцем, мистером Маквином, секретарем убитого. Мы были в его купе. Он ваш друг? Уже были знакомы раньше? Нет, мы познакомились в этом поезде. За ужином выяснили, что у нас есть общие интересы. Приговорили допоздна. До какого часа? Где-то до часа 45. Потом вернулся в свое купе и лег спать. Что можете рассказать о мадемуазель Дебенхэм? Да ничего, мы мало успели пообщаться. Директор Восточного экспресса месье Бук полагает, что убийца женщина. И поэтому вы решили обвинить ее? Так, она не причастна к этому убийству, почему так уверены? Да это полный бред. Она не была даже знакома с Рэтчетом. Впервые его видела. Ага, это она так вам сказала? Ну да, возможно, она что-то говорила насчет... Так, его неприятной внешности, если это замешана эта женщина, то вы полагаете, без каких-либо доказательств, по всей видимости, могу вас заверить, это не мисс Дебенхэм. Очевидно, что капитан защищает мисс Дебенхэм, хотя, по его словам, даже толком не знает ее. Так, что-нибудь необычное. Вы не припоминаете ничего подозрительного из того, что вы видели прошлой ночью? Было кое-что, но вряд ли это вам поможет. Прежде чем я вернулся к себе, я зашел в вагон-ресторан за стаканом воды. Когда я проходил по коридору вагона первого класса, я заметил, что дверь купе 201, которая рядом с вашим, не совсем закрыта. Откуда-то выглянул... Как будто украдкой. А потом быстро закрыл дверь. Вряд ли в этом есть что-то такое. Просто этот человек будто бы хотел остаться незаметным. Показалось немного странным. Ясно, спасибо, что поделились. Спасибо, капитан. Не за что. Хорошо, хорошо. Продолжить расспросы. Так, заключение жидкости.
На месте преступления найдена жидкость для электронных сигарет, капитан. Абертон единственный в этом поезде, кто курил электронную сигарету, да? Так. Чпоник. Так, я не могу предъявить обвинение Арбентона. У него алиби, хотя жидкость, найденная на месте преступления, принадлежит ему. Так, единственный пассажир, кто курит электронные сигареты. Хотя это жидкость КВП, речь-то весомая улика. У капитана есть алиби. Мне понадобятся другие доказательства. Ну да, без пруфов никуда. Так, бонжур. Как мадемуазель Лок, доктор? Все показатели приходят норму, но она все еще без сознания. Ясно, спасибо, что присматриваете за ней. Идите поцелую. Может, и проснемся. Так. Нам нужно дальше расспрашивать, да? Извините за вторжение, мадемуазель Ольсон, но кое-что и сказано вами меня смущает. Входите, пожалуйста. Почему вы так уверены, что мадемуазель Дебенхэм не встала в постели? Не вставалась в постели всю ночь. Как я сказала, я сплю очень четко, просыпаясь от малейшего шума. Если бы фролем вставала, я бы услышала. Я встала около 8 утра, и она крепко спала. Угу. Как я сказала, я чутко сплю. Нельзя скрывать истину надолго. Так, хорошо. Просыпайся от малейшего шума. Это не доказывает, что она лжет. Уверены, что услышали бы, если бы она вставала? Да. Почему вы спрашиваете? Потому что ты выпила снотворное. Что ты там выпила? Спирин выпила. Рассказываешь мне тут. Так, проснулась в 5 утра. Поезд остановился. Головная боль. Вы сказали, что у вас болела голова. Это не подошло вашему сну? Нет, аспирин миссис Харбит помог. Я спала спокойно. Возможно, противоречие объясняется этим. Я говорил с мадемуазель Дебенхэм, и она сообщила, что вставала около 5 утра. Она открыла дверь и выглянула в коридор. И тогда увидела женщину в красном кимоно. Как вы это объясните? Должно быть, я спала очень крепко, если не слышала этого. О, значит, ты теперь подозреваемая? Я никого ни в чем не обвиняю, мадемуазель. Не беспокойтесь. Просто пытаюсь установить, что произошло прошлой ночью. Спасибо за показания. Окей, окей, окей. Продолжить расспросы. Так, алиби. Алиби, у кого... Так, у кого есть алиби, которое может подтвердить, с кем беседовал? Блин, а я не помню, с кем он беседовал. Я не помню, с кем он беседовал. По-моему, с этим, да? Это было вот с этим. Угу. По-моему... По-моему, сюда. Ну, давай сюда. Все, все правильно, правильно? Правильно. Все правильно. Поговорите с Буком. Хорошо, пошлите. Пошлите говорить с Буком. Немножечко, как говорится, ускоримся. Так, месье Бук. Блин, это же вагон-ресторан идти. Далековастенько, далековастенько.
Не знаю, наверное, все равно покатался бы в таких вагончиках. Ну, я думаю, не больше недельки. Думаю, больше недельки мне, наверное, надоело кататься. Так, давай открываем. Месье Бук. Так, Поро, надеюсь, ваше расследование продвигается. Так, радиоубийство, любитель электронных сигарет. Я нашел того, кому принадлежит жидкость для электронных сигарет. Найдено на месте преступления, и... Это и есть наш убийца. Нам нужно его сдержать. Нет, к сожалению, жидкость принадлежит капитану Эрбентону. У него алиби. Подтвержденное месье Маквином. Пока никаких следов орудия убийства. Убийца мог спрятать его где угодно. Где-то же оно должно быть? Да, где-то должно. Согласно отчету доктора Константина, колотые раны были нанесены как минимум одним правшой и одним левшой. Причем с различной силой. Всех, пока я проверил, оказались правшами. Пока нельзя сделать никаких заключений. Однако, остались еще те, кого я не опросил. В частности, княгиня. Много осталось непроверенных людей. До закрытия этому делу еще много, да? Месье Пуаро, Мишель, успокойтесь. Но мисс Хаббард, она говорит, что нашла орудие убийства у себя в купе. Она очень обеспокоена. Let's go, Пуаро. Ну, let's go. Так, а мы правильно идем? Найти миссис Хаббард. Ну, по-моему, если мы пойдем назад, ну, вот туда... сторону, то мы упремся в этот, в склад, по-моему. Так что идем сюда. А куда Бук делся? Я не понял. Как он быстрее меня? Как он быстрее меня вперед ушел? Good morning. Это у вас тут, да? Я хочу сойти с этого поезда. Мадам, мы в горах и оказались в ловушке из-за снега. Очевидно же, что среди нас убийцы. Ему хватило наглости спрятать свое оружие в моем купе. Прошу, мадам, сделайте глубокий вдох и расскажите, что произошло. Где вы нашли нож? Я хотела достать платок из сумки, а когда открыла ее, я увидела окровавленный нож. Я что, буду следующей жертвой? Я сильно сомневаюсь, что убийца отдал бы вам свое оружие. Что вы хотите сказать, мадам? Он бы скорее бы им воспользовался. Господи. Вы прикасались к ножам? Конечно же нет. Что за вопрос? Ясно. Не прикасались. Хорошо. Давайте мы прикоснемся. Это правда орудие убийства или просто ловко, чтобы отвлечь внимание? Угу. Миссис Хаббард очень подавлена, Поро. Я останусь с ней. Продолжайте без меня. У меня есть полное право быть подозреваемой, да? А, подавленной. Спасибо, мистер Бук. Ой, ну оставайтесь здесь. Так, что нам нужно делать? Нам нужно дальше искать подозреваемых, да? А, это наш номер. Это наш номер. Так, а ну. Что от меня хотят? Нужно найти доктора Константина. Ага. Понял, спросить у него, были ли нанесены раны этим ножом, либо нет. А доктор у нас находится возле Гермионы. Возле нашей спящей красавицы. Так, не? Любитель банана. Так, немножечко посерьезней.
Так, сори. Выключаю микрофон. Так, доктор Константин, нужно кое-что проверить. Есть довольно быстрый способ. Я примерно рассчитал глубину ран. Вы легко сможете узнать глубину, каждой сравнив ширину. Насчет пяти из них у меня нет полной верности. Проверьте их, а потом сравним наши результаты. Так и сделаю, доктор. Так. Угу. This is wrong. Так, а что мне нужно, ну? Что от меня хотят? Это типа мне нужно двигать? О. No. Понял, это нужно рассчитывать эти, как его. Так, хорошо. No. Так, ребят, просто тыркаю, да, чтобы быстрее было. Во. Я снова прав, как обычно. Как по-вашему, доктор, этот нож есть орудие убийства? Сомнений нет. Ваши выводы совпадают с теми, с которыми... Типа я тоже, да? Этот нож отнял жизнь Рэтчета. Спасибо, я чувствую себя гораздо лучше. Вы хорошо выспались, и препараты уже почти не действуют. Неудивительно. У меня может продолжить свой рассказ? Да, думаю, что могу. На чем я остановилась? Вы рассказывали, как вернулись в дом Армстронгов, чтобы сообщить о смерти их бедной дочери. Да, точно. Я чувствовал себя беспомощной. Мое расследование было официально завершено. Но я знаю, что я не могу оставить. Дейзи заслуживает правосудия.